Salam dostlar, mən öz istəyirəm hamımızdan bu texniki səbəblərə görə bizdə bir texniki problem yarandı. Техническими проблемами мы вынуждены были остановить наш эфир. Через 2 минуты у нас в эфире будет адвокат из Украины, нашего Эльвина Исаева, Елена Кононец. Здравствуйте, Елена Ханум. Мы в прямом эфире. Сейчас слово вам. Что там, какие новости? Какие новости, да? На сегодняшний день новостей очень мало в связи с тем, что на сегодня Эльвин находится в Азербайджане. Обратно же официального ответа я как адвокат с Украины еще не получила. Поэтому говорить о том, что он действительно находится в городе Баку и в таком-то следственном изоляторе, я не могу утверждать. Это только информация с источников СМИ и от родственников. Следующий момент. По информации, которая обратно же с Азербайджана приходила, так говорят по поводу того, что к Эльвину... Было насилие к нему применено. Да. Соответственно, есть много моментов, есть контакт с адвокатом, который платный адвокат, которого наняли родственники. Он также сказал по поводу того, что есть определенные нюансы, а именно какие нюансы, что Эльвин отказался от него, посылаясь на то, что у него уже есть адвокат, безоплатный адвокат. Он сказал, примерно так, у меня есть адвокат, это мне хватит, и еще я сам буду себя защищать, и пусть никто другой не занимается моим делом и не политизировать. Как вы профессионал, наверное, вы понимаете, что происходит в таких случаях с подсудимыми, задержанными. Никто из задержанных по своей воле никогда не откажется от помощи адвоката или от личной помощи. Да? Вот я как профессионал, я был сам членом адвокатуры Азербайджана, когда я был задержан, у меня были 4-5 адвокатов, защитников. Несмотря на то, что я сам профессионал, я защищал других. Но я имел первый раз 3-4 адвоката, тогда вы помните, это были общественные защитники. Вы помните в советские времена? Когда я первый раз... В советские времена не совсем была эффективная защита. Когда проводилась аналогия, то, в принципе, адвокаты это были государственные, которые именно работали на правоохранительные органы и на государство. И оправдательных приговоров в Советском Союзе практически не было. То есть это может быть 0,01% именно оправдательного приговора из миллиона. Поэтому у нас все-таки мы стараемся быть демократическим государством и соблюдать нормы европейского права. Исходя из этого, все-таки я надеюсь на то, что закон у нас формален, да, честь, достоинство жизни каждого человека, гражданина стоит на первом месте и имеет наивысшую степень защищенности, скажем так. Поэтому, исходя из этого, все-таки у меня надежда есть, что правоохранительные органы Азербайджана будут именно работать и
читать норму Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской республики, я хочу сказать, что я начала читать и анализировать Уголовно-процессуальный кодекс Республики Азербайджан. Я вам хочу сказать, что он очень схож именно с криминально-процессуальным кодексом Украины. У нас очень много норм, которые как раз идентичны. И вот что, скажем, при анализе, да, того, что по защите. У вас в кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе Азербайджанской Республики прописано по поводу того, что подозреваемый, обвиняемый может иметь несколько адвокатов. Да. Ну, несколько, это обратно же. У нас в кодексе криминально-процессуальном указано не более 5, у вас несколько адвокатов. А у вас ограничения есть в Украине? До пяти максимум. А, нет, у нас нет. Мы же демократическое государство, у нас сколько хочешь, пожалуйста. Ну, у нас указано до пяти, не более пяти. Так, именно в процессе, в судебном процессе. У вас я вычитала несколько. Обратно же, как мы эту трактовку несколько можем трактовать, и обратно же, несколько это несколько 10 или несколько это 2, ну вот я еще немного не разобралась. У нас, извиняюсь, Елена Ханова, у нас все права на бумагах очень хорошо видно, очень прекрасно, но только на бумагах, а не в реалии, понимаете? Даже вот видите, как второго адвоката не допустили, заставили Львина отказаться от него. Есть, право есть, но реализовать невозможно. Пожалуйста. Я даже могу сказать причину, почему не допустили. Даже я вам могу, согласно посланию на норму Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики, там четко предусмотрено о том, что все процессуальные документы, которые были подписаны, они не могут быть аннулированы, если в процесс вступит другой адвокат. Там четко прописано. Поэтому цель какая правоохранительных органов Республики Азербайджан? Максимально быстро завершить досудебное расследование, да, чтобы Эльвин полностью все подписал документы, да, и дело направить в суд. Это основная задача. Потому что, ну, других моментов я не вижу. Это просто фальсификация уголовного дела. И мне все-таки хочется посоветовать. Я думаю, что все-таки правоохранительные органы Азербайджана и служба безопасности Азербайджана, они все-таки смотрят нас, они анализируют, потому что по некоторым поступкам ихним это уже видно. То есть они все-таки начинают подстраиваться под нормы Уголовно-процессуального кодекса Азербайджана. Это чувствуется. То есть после каждого эфира, после каждой пресс-конференции появляются определенные новости. Да. Поэтому я ручкой машу правоохранительным органам Азербайджана и службе безопасности и говорю огромное вам спасибо, что вы слышите адвоката с европейского государства, с Украины. Поэтому дальше слушайте и, возможно, берите во внимание мои рекомендации. Потому что, когда я начала читать, да, у нас есть, у вас есть, и у нас тоже в нашем кодексе есть. У вас есть в Уголовно-процессуальном кодексе Азербайджанской Республики статья 21, которая называется «Презумпция невиновности». Так вот, что там прописано? Что всякий обвиняемый в совершении преступления признается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом. А именно, пока нет решения тогда, суда. Да. А только по решению суда. Также есть в статье 21, там у вас пункт 21.2, также обозначается,
что все судебные определенные решения, да, которые будет предоставлять обвиняемый, подозреваемый, все это используется в пользу. То есть не должно быть негативного отношения как раз к обвиняемому, подозреваемому. Негативности не должно быть. Все равно первым идет, первое – это презумпция невиновности. Также есть статья 28-я. Это объективность, беспристрастность и справедливость уголовного судопроизводства. Так обратно же, я хочу... Хорошие слова. Да. Очень прекрасные слова, да? Это слова. Это четко предусмотрено в кодексе. Это четко Когда слышит, душа становится очень спокойно, да? Объективность, а? Беспристрастность, супер, классность. Но это четко предусмотрено. Так да. Я хочу пожелать как раз следствию, прокуратуре, службе безопасности, уважаемые чиновники, открывайте ваши кодексы и читайте, что там прописано. Если вы позиционируете о том, что у вас демократическое государство, то вы должны прочитать и действовать согласно нормам закона. Я не единожды говорю по поводу того, что у нас есть формальный, наш закон есть формальный. А что формальность? Это четкое соблюдение норм законодательства. Если эти нормы не соблюдаются, пожалуйста, вычеркните с Конституции, из других норм о том, что вы есть демократическое государство, и жизнь человека стоит для вас, это наивысшая ценность. Вычеркните и скажите, мы тоталитарное государство, мы не соблюдаем нормы, озвучьте это на всю Европу, озвучьте это в Европейском парламенте, озвучьте вы эту информацию еще в Европейском суде по правам человека, дайте эту информацию, вопросов нету, мы будем понимать, что... Никакая жизнь не стоит на первом месте, что нету законности. И мы совершенно будем по-другому действовать. Мы не будем призывать вас к тому, что вы должны соблюдать нормы закона. Мы будем понимать об этом официально. Вы же эту информацию можете дать. Правительство, правоохранительные органы могут дать информацию. Мы тогда будем совершенно по-другому действовать. Пока, я думаю, все-таки надеюсь, что... Вот эти вот объективность, это не набор слов, это статья 28 Уголовно-процессуального кодекса. Поэтому это как раз вот самое главное. Также есть в Уголовно-процессуальном кодексе такая статья, как гласность уголовного судопроизводства. Я попрошу обратно же следствие, чтобы оно было гласно, чтобы если... Относительно Эльвина Исаева возбуждено уголовное дело. Озвучьте, по какой статье. Озвучьте, в чем он подозревается, какое он преступление совершил. У вас же есть пресс-служба, которая может выйти и сказать, да, в чем обвиняется человек. Поэтому гласность, я же насколько понимаю, что гласности у нас нет. У нас есть какая-то информация с неподтвержденных источников, интернет-сайта, официальной информации нету. Хочется порекомендовать, если такое громкое преступление, что человека в Украине могут просто украсть как кошелек, как телефон мобильный и вывести незаметно со страны, то... Вы же тогда уже не забывайте про гласность уголовного судопроизводства, и мы бы хотели бы знать причину, почему все это происходит, и какие в дальнейшем действия правоохранительных органов. Все, вопросы как раз задаются все согласно уголовно-процессуального кодекса Республики Азербайджан. Я извиняюсь очень, Алена Ханым, может быть... Мой следующий вопрос будет не очень корректным, но я должен задавать этот вопрос. Вы сказали, у вас в Украине люди знают, что как воруют кошелька, как вещи какие-то. А теперь украинцы и ваше государство
Поняли, что и воруют людей, человека, как? Из другого государства приезжают к вам, воруют прямо из-под нашего носа, вашего носа, человека, вот живого человека. Вот видите, как они подставили Украину как государство, как это президента Зеленского. Вот мне очень странно, очень. До сих пор молчит ваш президент. Ваше государство Украина. Это же именно позор для Украины. Вот насчет Азербайджана все ясно. У нас нет законности, у нас нет демократии, у нас нет правового государства, у нас совсем джунгли. Это диктатура Алиева. А у вас, Украины, что происходит там? Елена Ханна. Ну, по поводу кошельков. Я так как адвокат и защитник, да, то я как раз знаю, как это все происходит и как это воруется, потому что я не только защищаю, скажем, политических деятелей, ну и обычных, есть обычные люди, которые бывают оступились в своей жизни, особенно это более, скорее всего, что менее обеспеченные люди, дети, которым, знаете, хочется каких-то сладостей, телефон мобильный, когда родители не могут позволить, да, и бывают вот такие инциденты. Поэтому в нашем уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено, что для несовершеннолетних необходим защитник, адвокат. Поэтому я, скажем так, не со слов, а из материалов процессуальных знаю, как это все происходит. По поводу второго момента, по краже, пропаже человека. Это достаточно уже серьезная ситуация, это серьезная статья. Если кража человека, это у нас предусмотрено статьей 146 Криминального кодекса Украины. Если на украинском языке это звучит позбавлення волі, викрадення людини. Лишение свободы, да? Лишение свободы. Да, да, да. Это кража и лишение свободы человека. А. Это считается у нас тяжкая статья. Санкция этой статьи идет от 5 лет и выше. Это предусмотрено. В данном моменте мы действия сделали по поводу того, что написали заявление о уголовном преступлении. Мы это сделали. На сегодняшний день обратно же полиция всевозможно делает вид, что ищет Эльвина Исаева. До сих пор ищет в Украине? Ну, я так понимаю, что да, потому что еще нам не предоставили ответ, нашли ли они Эльвина Исаева или еще ищут по определенным приметам по одежде. Вот, честно говоря, завтра в понедельник поедем, узнаем, нашли или нет они его. Но они принимают, они звонят, уточняют анкетные данные Эльвина Исаева, в чем был одет, во сколько ушел. То есть уже пару раз звонили, уточняли эту информацию. Я думаю, что они ищут. Возможно, им надо будет оформить командировку в Азербайджан, в Баку, чтобы они все-таки нашли и вернули обратно назад. Но это я, честно говоря, шучу, потому что ну, это просто смешно выглядит вся эта картина. По поводу того, как президент должен отреагировать, президент Украины, именно Владимир Зеленский. Мы не единожды говорили по поводу того, что это просто подстава. Именно президента это подстава. Почему? Первое. Я думаю, что да, что это просто подставили обратно же. Почему? Какая может быть причина? Но президент только он приступил не так давно, ну, больше 100 дней уже как прошло, как он при власти. Возможно, он во многие моменты не вникает, но люди, которые уже давно работают в службе безопасности Украины, которые работают в МВД Украины,
Они же понимают серьезность вопроса, что невозможно так, чтобы человек шел, тем более это гражданин другого государства, чтобы шел просто по улице, его задержали, завели в какой-то кабинет. Это с источников, кстати, интернет-ресурса Азербайджана об этом говорят. О том, что завели в кабинет, потом приехала служба безопасности Азербайджана, передали с рук, в руки. И все, и на этом все закончилось, тишина. И через какое-то время СМИ говорит о том, что СМИ азербайджанская говорит по поводу того, что Исаев находится в СИЗО. Уважаемая служба безопасности Украины, служба безопасности Азербайджана, скажите, пожалуйста, какими нормами процессуального кодекса вы действовали? Скажите, пожалуйста. Возможно, это не нормы кодекса Азербайджана и Украины. Может, это европейские нормы. Может, я чего-то не знаю. Озвучьте, пожалуйста, скажите. Я почитаю и ознакомлюсь с этими нормами. На сегодняшний день я этой процедурой не увидела. И я только могу сказать, это для того сделано, чтобы был конфликт. Для того, чтобы подорвать авторитет Украины и показать по поводу того, что вы идете по улице, вас могут задержать и вообще депортировать непонятно куда. У нас же четко все это предусмотрено. Если депортация, соответственно, эту депортацию можно обжаловать в административном суде. В Украине это можно обжаловать. Почему Эльвину Исаеву не предоставили возможность для обжалования? Обратно же, когда депортация, необходим адвокат. Безоплатный даже. А извините, когда у вас... Елена Ханым, я извиняюсь. Да. Когда у вас в Украине вот украдут кошелька, спрашивают у владельца, украсть или нет, идите, жалуйтесь на меня, что вот я похищал у вас кошелька. В Украине у нас, когда украли кошелек, у меня достаточно давно было, слава богу, но я сразу пошла в полицию и написала заявление, где именно, спасибо правоохранительным органам, что они быстро нашли. Ну, вот так вот. Это был факт, поэтому кошелек нашли с документами. Уже какими методами они действовали, но как к адвокату они нашли кошелек, вернули. Поэтому в этом плане заявление написано, ответ мы еще не получили. Не получили также ответ по поводу от службы безопасности Украины. Потому что все-таки они должны ответ, они причастны или не причастны к этому. Также момент по поводу обжалования. Не дали возможность обжаловать Эльвину Исаеву. Основания какие? Тоже много вопросов. Также у нас предусмотрено в законодательстве о том, что должны были сообщить родственникам. Должны были сообщить в консульство. То есть есть процедуры, также процедуры и у вас обозначены по поводу того, когда его депортировали в Азербайджанскую республику, соответственно, должны были родственникам сразу сообщить. Я очень извиняюсь, не использовать термин депортирование. Я очень прошу, это не депортация, это хищение человека, это воровство. Воровали, ворует человек, это депортация, это, как вы знаете, как профессионал, это происходит законным путем, решением суда, какие-то там, понимаете, законы. Я об этом же и говорю, что если вы говорите, что вы хотите человека, просто, возможно, не на украинском, по терминологии это, я о чем и говорю, что если вы говорите, что вы депортируете человека, вы должны соблюдать все нормы. А именно, суд, сообщить консульство, родственников, всех. А вы ничего этого не делали, поэтому это хищение, вы правильно это говорите. Потому что если депортация, есть нормы, как в Украине должны были пройти эти нормы, так же и в Азербайджане. А на сегодняшний день это просто фальсификация и беспредел, которая ставит под угрозу жизнь человека.
жизнь человека. Вот и все. Вот я о чем говорю. Поэтому это идет полностью беззаконие. А какие-то нормы, о чем-то говорить дальше, вы знаете, ну, просто. Я только могу порекомендовать всем о том, чтобы читали законы и соблюдали законы. Так и как азербайджанские правоохранительные органы, так и Украины. Потому что они хорошо знают законы. Они очень хорошо, прекрасно знают, читали, знают. Но законы для них... В таких случаях закон не принимает, не применяется. Я хотел бы обратить ваше внимание, внимание народу Украины еще на другое. Насчет, это, видимо, песня «Кролока надо надо», он где сахлибе, где его задержали, вы знаете, весь день? Где его держали? Сокар. Вы знаете Сокар? Что такое Сокар? Сокар это фирма Азербайджана. Которая находится на Богдана Хмельницкого. Да. И продает бензин в Украине. Да. Много заправок АЗС у нас на территории Украины. А после случая с Эльвином стало известно, что Сокар действует как один из составных организаций, один из структур нашего КГБ. Вы это знаете? Задержали утром Эльвина Исаева, правоохранительные органы Украины, передали его сотрудникам нашего посольства, а наши вот, работники нашего посольства передали Эльвина Сокару. Где его держали до 21 часа, весь день. Это доказывает, что Сокар везде, в том числе в Украине, действует от имени нашего государства, от имени, действует как структура госбезопасности Азербайджана. Как спецслужба, да. Как спецслужба, да. Я очень хочу, чтобы народ Украины знал об этом и... Onu ne eləməliyibiz? Elçin, onu Ukrayna dilində bilirsiniz, demək lazımdır ki, boykot eləməliyik. Bu da aşkına boykotirovac. Vejde, posuminiru. Prinimat meri da. Da, i vıgınlayc. Ya prizivaj vseh narodov Ukrayny vıgınlayc, kak sabaki, eto, robotnikov, vse sokarov. Sokara. Комментарий. Когда мы проводили определенное внутреннее расследование, да, вообще первые дни, причина, как, вообще какая причина была хищения человека, и кто, возможно, это сделал. У нас много было версий, да, и одной из таких версий, Эльвин был записан к стоматологу на 9 часов утра. Стоматологическая клиника находилась на переулке Чешский переулок. Когда мы подъехали, ну, посмотрели на этот переулок, где это находится, то это буквально где-то в радиусе 500 метров от Богдана Хмельницкого, от офиса официального адреса офиса СОКР. То есть одна из версий у нас также это была, и потому что это было вот как раз и рядом. И хочу сказать по поводу того, что изначально Эльвин Исаев был записан в обед к врачу. Но в 15:00. Но почему-то врач поменял время и назначил на 9 часов утра. Эльвин из дома вышел именно... Ровно 5 минут 9, то есть время, которое говорили без 5-9, Эльвин вышел. Нет, это время в видеорегистрации немножко не совпадает, ровно на 51 минуту. Эльвин из дома вышел ровно 8 часов 5 минут, то есть 5 минут 9,
и после этого пропал с ним связь. Он либо дошел до больницы, либо не дошел, но мы не смогли до конца выяснить. Ну, я думаю, что выясним это. Значит, это тоже сомнительно. Вот действие врача тоже сомнительно. А то, что Эльвин три раза, третий прием это Эльвина был, это два раза он уже был у этого врача, это третий прием. Это получается, он через офис Сокара пешком проходил перед ними уже не первый раз. То есть этот маршрут он уже проходил третий раз. То есть, возможно, это был и отработанный уже маршрут, то есть наблюдалось о том, сколько ему по времени идти, какая его дорога, как он непосредственно, какой дорогой он идет в поликлинику. Поэтому мы прошли от метро до поликлиники, и была вот как раз одна дорога, это была, ну, самая ближайшая дорога, это через Сокар. Поэтому одна из версий... Дорога так, проходит нас... через Сокар? Да. К врачу. Эльвин очень неосторожен поступил. Очень. То есть он выходил из метро и шел пешком, а компания Сокар находится между больницей и метро. То есть, скажем, до поликлиники идти где-то 800 метров, а, то есть через 400 метров это получается Сокар, а еще 400 метров это больница. То есть он, если замешивается спецслужба Украины, его могли следить, как вы знаете, по телефону, по его телефону, где но он, то, куда его могли проследить, да, но еще надо было его задержать так, чтобы никто особо это не заметил, потому что если бы они бы где-то его на улице просто задержали, по-любому был бы... какой-нибудь видеосъемка, кто бы снимал это, выкинул. Были бы свидетели. Были бы какая-нибудь машина мимо проходила бы, снимал бы это в регистратор, выкидывал бы куда-нибудь в интернет. Я не знаю, там, если это около дома вы его задержали, кто-то с окна снимал бы, выкидывал. Они же дорогой мой, когда действует Авакян, там никаких регистраторов не работает. Понятно. Учтите. Алина Хана, вы поняли, что я сказал? Да, да, да. Поэтому в этой ситуации очень много вопросов, и мы пытаемся сейчас провести также и свое расследование, понимать, что происходило вообще в этой ситуации, и помочь Эльвину Исаеву. Это у нас основная цель. Также, если вы слышали о том, что мы создали комитет по освобождению Эльвина Исаева, мы сейчас максимально его пытаемся, вернее, максимально пытаемся так, чтобы он работал и задействовать с других стран людей по поводу, задействовать других людей, как журналистов, как политиков, как юристов, для того, чтобы поднять массово волну, чтобы все-таки мир увидел, какое идет беззаконие, какие идут правонарушения. И независимо от того, это гражданин Азербайджана, это гражданин Украины, гражданин Грузии, гражданин Германии, гражданин Египта, то есть, ну, должны видеть о том, что есть правонарушение, и что каждого человека надо защитить, потому что на сегодняшний день плохо работает правовая система, больше идет режим, именно режим, который людей зажевывает и не дает возможности уже системы с режима выпрыгнуть и оказаться на свободе. Цель нашего комитета как раз вот такая, в первую очередь. Мы это озвучиваем, и в ближайшее время мы будем уже как от комитета делать во все структурные подразделения запросы, как в Украине, как в Азербайджане, как в Европу мы будем. Европейский суд по правам человека мы будем делать уже как от юрлица, как от комитета, потому что когда это идет просто частные запросы, то это не так эффективно действует, когда работает комитет, когда есть общественность, когда есть люди, которые видят и слышат нас.
Это самое главное, что все-таки нас должны услышать, увидеть. И я призываю тех, которые сейчас смотрят, слышат меня, о том, нам тоже необходима поддержка. Потому что, как говорится, сегодня мы, а завтра вы. Поэтому надо объединяться и действовать совместно, и чтобы были совместные усилия в едином русле работать. И это будет очень прекрасно, будет очень хорошо. Да. А теперь последнее. Я хотел бы с вами обсуждать вопрос о Европейском суде. Как адвокат, как юрист, вы подали жалобу или собираетесь? И мы собираем сейчас документы. Каким образом вы вот донесете это дело до Евросуда? Каким юридическим путем? Я хотел бы просто как профессионал знать. Смотрите, мы сейчас собираем документы, которые нам необходимы. По суду, который был в России, адвокат России, который подавал документы, также документы, которые сейчас в Украине мы собираем, для того, чтобы подать в Европейский суд по правам человека. Поэтому, насколько успеем... Ну, под каким законным основанием? Я это просто хочу знать. Я не знаю украинские законы, вот, честно говоря. Каким юридическим правовым основам вы собираетесь подать Евросуд? Как вы донесете это дело до Европейского суда? На каком основании? На каком основании? Я вам могу сказать, оснований тут достаточно много. Первое основание о том, что Эльвин Исаев на законных основаниях находился на территории Украины. Он никаким образом не нарушил никакого законодательства Украины. Это первый момент. Так? Второй момент. Было решение Европейского суда по поводу того, что невозможно... депортация человека в Азербайджан. Я извиняюсь, кого или какого-то органа вы будете ставить в качестве ответчика? Против кого вы будете возбуждать дело? По каким нормам Украины? Я это хочу знать. Смотрите, сейчас пока я не получила официальные ответы от миграционной службы, так? От службы безопасности Украины, да, я не могу ставить сейчас и в утвердительной форме, кого я буду ставить, да. Ну, ответчиком, кого я буду ставить ответчиком. Потому что мне очень интересно узнать, а кто же виновен, на кого ответственность ляжет. Есть официальные, я скажу вам, есть официальные сообщения Азербайджана о том, что его задержали работники спецслужб Украины. Ну, служба безопасности Украины. Служба безопасности, да? Да. Вы, значит, дадите запрос. Он уже есть. Есть? Он уже есть. Запрос я есть. Пока нет ответа, да? Да. Мы ждем ответ. Вы же понимаете, когда мы подавали заявление в службу безопасности Украины, было очень так интересно. Когда вышел сотрудник, и он сказал по поводу того, что я поставила их в затруднительное положение заявлением. Потому что я написала три пункта в заявлении. Первый пункт. Если вы задержали Эльвина Исаева, скажите, пожалуйста, на каких основаниях? Если да, то скажите, где он находится. И третьим пунктом я написала, если же не вы его задерживали, и вы не знаете, где он находится, то я прошу возбудить уголовное дело, да, в отношении человека, тех лиц, которые прикрываются службой безопасности Украины. На что мне сказали, что я так немного поставила неловкое положение. Но поэтому жду я ответ. Возможно, служба безопасности скажет о том, что они не причастны, и они возбудили уголовное дело относительно... лиц. Возможен и такой вариант развития событий. А если не будет ответа, через
Сколько дней вы имеете право поднять дело против спецслужб Украины в административном порядке и дальше в суд, Евросуд? У нас вот в Азербайджане, если государственный орган, какой-то орган не отвечает на наш запрос, на наше заявление, в течение 15 дней мы ждем 35 дней, 35. После 35 дней мы обращаемся в суд, административный суд. И потом дальше апелляция, Верховный и Евросуд. У вас сколько дней мы будем ждать? Ну, у нас, я думаю, что это вот на... У нас где-то приблизительно... Вообще у нас есть закон Украины, щодо, называется он на украинском языке, звернення громадян. То есть, если на русском, обращение граждан. Да. В котором предусмотрено, что ответ могут предоставить на протяжении 30 дней, должны предоставить этот ответ. Если же не предоставляют этот ответ, у нас есть такой государственный орган, как, если аббревиатура, ДБР. Если расшифровать, это Державное бюро расследований, на русском Государственное бюро расследований. Нет, это не следственный. Следственный комитет – это совершенно другое. А это именно Государственное бюро расследований, которое занимается противозаконными действиями правоохранительных органов и государственных. Как вышестоящий административный орган, да? Это не административный орган, это правоохранительный орган. Он имеет право возбуждать уголовные дела, вести расследование и направлять потом дела в суд. В Украине следственный орган отдельно, да? Это же хорошо, это прекрасно. То есть у нас это новый государственный орган, который создали, он где-то существует приблизительно 2 года. Как он существует. И, соответственно, он как раз выполняет. Если раньше этим расследованиями занималась там Генеральная прокуратура или там служба безопасности, так занималась, то это отдельный государственный орган, который ведет расследование о правонарушениях государственных лиц. То есть на украинском это посадовых осіб. Поэтому вот как бы они ведут расследование. Но сейчас обвинять, например, я как юрист, я не могу сказать, я не политик в данной ситуации. Если бы я была политиком, я бы могла бы говорить там, что те все виноваты и всех к расстрельной статье. Я есть вот юрист, поэтому я спрашивала о законах. Я вам по закону говорю о том, что пока я не увижу ответы, да, я не смогу сказать, что да, я буду подавать иск против того или того структурного подразделения. Может, как вариант, может быть такая ситуация, что президент может озвучить эту ситуацию о том, что ни он не был, не поставили его в известности. Сможет потом пресс-центр Службы безопасности Украины сказать, что мы не причастны, мы вообще абсолютно не знаем, и мы на уровне государства будем вести расследование по поводу исчезновения человека на территории Украины. Может быть и такой поворот событий, я это не исключаю. И для меня бы, наверное, был бы большим плюсом бы, и уважением к президенту Украины и ко всем структурным подразделениям, которые бы выступили бы и сказали, мы будем все-таки вести расследование по поводу, каким образом лица или другое государство может внедряться в нашу политику и нарушать права гражданина то ли нашей страны, то ли другого государства. На каких основаниях? Если был бы я на месте вашего президента, я бы принимал именно вас как адвоката Эльвина Исаева. И разузнал, что к чему, получил от вас нужную информацию и стоял бы за вами, как президент. Помог бы вам во всех вопросах, связанных с Эльвиром Исаевым, с этим делом. Мы надеемся, что господин Зеленский нас тоже примет. И меня также поступит.
Мы надеемся. Надеюсь, это хорошо. Надеюсь, очень хорошо. Ну, написали сегодня, вот брат Эльвина Исаева написал письмо, как родственник, обращение написал. Соответственно, я тоже напишу обращение и подам в офис президента. И буду просить встречи, личной встречи с президентом, для того, чтобы донести информацию о том, что происходит. И то, что происходит именно в Киеве, в столице Украины, это действительно, ну, это беспредел. Это моя позиция, потому что тогда стоит под угрозой не только безопасность граждан Украины, а и других граждан, других стран, которые приезжают на законных основаниях. Я обращаю внимание, что на законных основаниях. Если вы задерживаете человека, то вы должны сказать, на каких основаниях, какие нормы законодательства нарушены. Я согласна, да, если человек нарушил, делает какие-то противозаконные действия, то, соответственно, привлекайте его к ответственности, согласно нормам. Но если это идет просто гражданин, который ведет обычный образ жизни, который занимается журналистикой, который есть блогер, известный блогер, который приехал в Украину по своим вопросам, не нарушил сроки пребывания в Украине, не совершил какие-то противоправные действия, тут каким-то образом какие-то люди задерживают, то это беззаконие, это просто беспредел. Я могу сказать это с полной ответственностью, что это просто тогда беспредел. И президент все-таки это должен слышать, он должен увидеть, и он должен, ну, все-таки комментарий сделать, потому что сейчас волна очень большая идет по поводу свободы Эльвину Исаеву. Знаете, я для Зеленского, я думаю, должен быть выше всего честь и достоинство или авторитет Украины как государства. Для любого президента авторитет государства должен быть выше всего. А до сих пор он мальчик, я не знаю, с чем это связано. Это с молодостью, с некомпетентностью или... Я не знаю, о чем он думает. Что за президент? Последнее. Когда вы собираетесь, вообще вы собираетесь ли, вы считаете за нужным поехать в Баку? Это первое, это секретная есть информация в целях определенной безопасности всех, да, с кем буду я сама ехать, буду я не сама ехать, это такой вопрос. Поэтому... Когда я буду там, я вам это сообщу. Да, об этом вы узнаете первым. Хорошо, хорошо. Окей. Спасибо вам большое. Есть еще другое, что вы хотели бы сказать? Ну, я бы хотел чуть-чуть рассказать. И господин Дмитрий, наверное, еще бы хотел рассказать. Я очень благодарен, Алена Каланец, за достоверную вот, широкую информацию. Спасибо вам большое. И вам огромное спасибо, что выслушали и включили прямой эфир. Я бы хотел обращаться к братьям, которые живут в России, которые хотят нам в этом деле помочь, волнуются и так далее. Да, можно помочь нам, можно, только делать это надо как скоординация, то есть скоординироваться и сообщать. Можно мне сообщать, можно брату Эльвина Джошкуну все сообщать, кто что собирается делать. Чтобы у нас мы били все в одну точку, а не так каждый по-своему. Да. Bütün Azərbaycanda yaşayanlara da demək istəyirəm ki, bu propagandaları saxlayın. Bəziləri indi istəyirlər Elvini tutandan sonra açığını itiləsinlər. Bəziləri istəyirlər Elvini söyüş-söyən blogger kimi qələmə versinlər. Bəziləri istəyirlər ki, savadsız, nə bilim, o birisi. Birincisi, kimin blogger olub, olmaması və s. bunlar ikinci dərəcələrdir. Birinci dərəcədə İnsan özü var, bir daha onun qanunları və onun, belə deyilər, onun zəşkət edən qanunları biz qorumalıyıq. Elvinin bugünkü gündə heç bir qanun tərəfindən heç bir pravası zəşkət olunmur. Da onun qanun tərəfindən onun heç kim zəşkət edilmir. Və yaxşı olar ki, istər Azərbaycan, istər Ukrayna pravdilin orqanları, yəni ki,
devlet memurları bizimle navstreçü getsinler de bizimle əlaqa qursunlar, bizimle yaxşılar ki, bizə belə cavab verməzlər, belənçi bizim cavabları qəbul eləməzlər birbaşa, biz onsuz da bunu Avropa Məhkəməsinə çatdırarıq və bu işi, yəni ki, udarıq, Elbin azadlıqda olar inşallah bu yaxınlarda. Buna biz əminik, bunun üstündə işləyirik və bizim komitet artıq sabahdan yürüdüşki hazır olacaq. Sabahdan bizim komitet уже расширяться olunacaq. Sabah inşallah Facebook səhifələrimizi ofisiyal Elbin İsayevin azadlığı üçün açdığımız Facebook səhifələri paylaşacağıq. Nömrələri paylaşacağıq. Hansı nömrələrlə əlaqələr saxlamaq olar? Kim nə sual olsa sualını verə bilər. Nə bu qədər. Cəlbə mən bir şey deməyə istəyirəm. Deməli işi uğurla başa çatdırmaq üçün, bayaqsı dediyiniz kimi də belə pərakəndəli olmasın deyə, adətən belə işlərdə bir qayda-qanun yaratmaq lazımdır. Mütləq bir adamın rəhbərliyi olmalıdır, hüquqi baxımdan. Siyasi baxımdan, siyasi baxımdan komitə var, hüquq yaratmışsınız, müdafiə komitəsi, orada kimindir sədr olacaq, orada kollegial qərar qəbul olunacaq. Amma hüquq məsələsində, yudiskin vaprosan, müddajni vüzuşu tok adnavu, мы должны избрать одного лидера, руководителя этой группы, как юриста. В данном случае должен действовать адвокат, официальный представитель Елена Ханум. Ve onun dediklerine meylemek lazımdı. Aydındı mı? Bütün bu işte hüquqi meseleleri müzakere etmek lazımdı. Ama son kararı, последнее слово должен быть за Елена Ханум. Mən də elə o məsələni demək istəyirəm ki, yəni hər kəs özü üçün hərəkət eləməsin. İndi bəziləri istəyirlər Elbinin adına istifadə eləsinlər, bəziləri bundan pul da qazanmaq istəyirlər, bəziləri nə bilim başqa işlər də görmək istəyirlər. Onlara hamısına məsləhət görərdim ki, öz başına işlər görməsinlər. Onsuz da o işi hələ görməyib, görmək istəyəndə də artıq biz 1 saatdan sonra, 2 saatdan sonra, 5 saatdan sonra bu informasiyanın xəbərimiz olur. Onsuz da o xəbərlər gəlib bizə çatır. Bu dedikolağa qoyaq qıraq, dedikolağa qoyaq qıraq. Əsas odur ki, dediyim kimi, Gələni xanıma da izah edə bu məsələni. Qoy hamı bilsin ki, bu məsələdə bir vəkil olmalıdır. Hansı ki, aparıcı Avropaya. Bütün işlər əvvəlcədən onun əlində olmalıdır. Oldu? Buyur. Bu qədər. İndi bir dəqiqə Dimitrovdan da soruşum. Dimitrov da vıstıfat eləmək istəyirdi. Господин Пономарчук. Елена Харовна, вы поняли, что я сказал? Ну, частично я поняла по поводу комитета, да, работы комитета. Не по поводу комитета. Значит, чтобы довести до нужного конца, до успеха, мы здесь должны действовать синхронно и в каком-то порядке. Во главе адвоката, вот, чтобы во главе стоял вы, как руководитель всего этого тут компании, юридической стороны дела. Окей? И каждый не должен действовать сам по себе, по-своему, а то, что вы скажете, вот определите роли, там, задачи, пусть работает каждый под вашим руководством. Только в таком случае мы можем победить, довести дело до успеха. Я так думаю. Вы совершенно правильно думаете. Я также призываю всех о том, чтобы это не было, знаете, как испорченный телефон, что где-то какая-то информация, есть такая как басня, да, лебедь, рак и щука, каждый, который в свою сторону тянет воз, и он стоит на месте. Поэтому в первую очередь надо всю информацию обратно же. Когда выходит информация, много разной информации выбрасывают, тоже прошу, чтобы это было согласовано, да. Потому что мы тоже анализируем, можем ли мы эту информацию на сегодняшний день предоставить или нет. Потому что каждая минута, каждое какое-то слово может иметь большое значение. А после этого нам придется очень долго доказывать, что это не от нас информация исходила, это не наши там какие-то доводы, что это придумано кем-то.
Поэтому это тоже, скажем, информационное поле. Я бы попросила бы многих бы, чтобы это было шло Да. согласовано. Но юридически тоже я всегда прошу, спасибо тем, кто помогает, поддерживает и юридическом, да, когда ты просишь, и люди отзываются и предоставляют определенную информацию или совершают определенные действия. Это тоже на сегодняшний день немаловажно, потому что вопрос очень серьезный. Это не обычное какое-то дело, это, скажем, на уровне государств, это политическое дело, и поэтому давайте мы будем слаженно все-таки действовать, и наши действия будут очень-очень сложные. И в данной ситуации главное не навредить. Да. Последнее я вам скажу Поэтому еще один вещь. Может быть, вы, когда будете в Баку, вам будет помешать встречаться с Ильей Мисаевым. Я знаю вот своих чиновников. Вы знаете, как представитель, как адвокат, как представитель, вы имеете право в любое время встречаться с вашим вот доверенным лицом. Это по Да, я нашим в данной законам. ситуации имею право быть не как адвокат, а могу быть Да. представителем. Как представитель вы можете в любое время там встречаться с ним. Я согласна, ваш уголовно-процессуальный кодекс я уже практически дочитываю. Я уже понимаю, Я какие помогу вам. я имею права. По любому юридическому вопросу я помогу вам. Хорошо, спасибо вам огромное. Спасибо вам. А наш Дмитрий хочет что-то сказать, выступить? А, пожалуйста. Уже 20, без 24, без 24, 12 в Баку. Где мой друг Дмитрий? Так, Гурбан Бей. О! Да, с меня хочу Дмитрий Бей, как дела? Дяк, спасибо. Цару ерам за, че да за? Дякую, кажу. Мене видно? Я вас бачу. Супер. Да, Добрый в вечер. прямом эфире слово предоставляется вам. Aslen vatandaşlar, Dimitri bilirsiniz ki Evrim Seyfi Müdafaa Komitesi'nin en faal üyelerinden biridir. Hukuk müdafiyatçısıdır. Пожалуйста, слово. Алло. Гурбан Бей, Пожалуйста. вчера я, кстати, не слышал, о чем говорила Олена, потому что у меня были там свой телефонные разговоры, и я был в другой комнате. Она Поэтому... рассказала о юридических вопросах, о юридической стороне дела. Да, правильно делает Олена, потому что я пресс-секретарь, я не вмешиваюсь в Да. юридическую сторону дела. Может быть, это даже и хорошо. Вчера это была суббота, в Крымском доме, который находится в центре Киева, народный рух, ну вы знаете нашу историческую политическую силу, национальные демократы отмечали день рождения Вячеслава Чорновіла, нашего великого, ну, политика исторического. Он начинал, кстати, как правозащитник. Я как-то в вашем эфире об этом вспоминал. Был день рождения. Поэтому практически весь международный комитет по освобождению Ильвина Исаева присутствовал в Крымском доме на праздновании. Это хорошо. Само событие, интересно, что происходило. Я не знаю, как это делается в Европе. Я догадываюсь, что так в Европе не делается. То есть открылось событие в 10 утра и продолжалось до позднего вечера. Это не просто одно мероприятие, там, знаете, вечер памяти или пресс-конференция или круглый стол, а это комплекс мероприятий, который проходил в режиме нон-стоп. То есть закончилось одно предприятие, начиналось и другое. Где-то приблизительно к обеду было проведено там же заседание Международного комитета. Самое интересное, в открытом режиме. То есть на этот международный комитет любой, кто пришел на день рождения Вячеслава Чорновіла, мог спокойно попасть, спокойно послушать, ну, спокойно имеется в виду в условиях таких, что просто мы это сделали даже более того.
я настаивал, чтобы наше заседание Международного комитета происходило в прямой трансляции. Вот как мы сейчас общаемся через скайп, да, чтобы весь мир знал, о чем говорим, как, что думаем, что дальше делать. Там вчера, кстати, мне понравилось Олена, как она выступила очень правильно. Мне что понравилось в основном, что она как раз говорила на вчерашнем комитете о том, о законах, самое интересное, Азербайджан. Оказывается, что нам еще до Азербайджана как до звезд. Потому что как нарушаются законы относительно прав человека в Азербайджане, я когда вчера услышал, что рассказывает Олена, как бы это сказать, у меня волосы встали дыбом. Вот. И поэтому, но самое интересное, что вчера именно в Международном комитете у нас есть заместитель, первый заместитель председателя Международного комитета за освобождение Эльвина Исаева, азербайджанец Эльхан Нуриев. Как первому заместителю к нему подходили, он говорил об этом комитете, еще до заседания Международного комитета, гости нашего торжества, среди них Мустафа Джемилев, это лидер, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, другие депутаты подходили. Привет, привет. Да. Отсюда. Кстати, подходили граждане Чехии, которые обращались, ну как обращались, говорили, что они тоже хотят работать в этом комитете. Олена правильно сказала, что надо, чтобы они это писали письменно. Потому что у нас, как знаете, журналист сказал, значит все, мы считаем, что он уже там. Конечно, мы не формалисты, поэтому не был, есть, я считаю, сегодня членами комитета. То есть, если взять междунациональный состав комитета, то это хорошая, я скажу, такой параллельная структура Европарламента фактически на сегодняшний день. Те страны, что у них, то и у нас. Чехи, белорусы, азербайджанцы, украинцев очень много. С украинской стороны очень много политических деятелей такого хорошего, высокого масштаба. И работа и дальше продолжается. Мы этим самым не потому, что мы гоняемся за количеством. Мы именно говорим о качестве этого комитета. Каждый член комитета, кого бы он ни представлял, какую страну, он прекрасно знает свою роль, свое место. Это не формалистика. Это то, что если знает этот представитель, например, из Чехии, журналист, то это знают и его читатели. И он же, скажем, тоже блогер, где-то там же пишет себе в Facebook, говорит об этом событии, что он вступил членом такого комитета. И люди же интересуются, а что за комитет? А куда вступил? А кто такой Эльвин Исаев? Да что же это делается, если в Киеве исчезает человек посреди белого дня? И наше дело, самое главное тут что? Если даже это произошло, мы должны в Украине показать силу, что мы можем, по крайней мере, восстановить статус-кво. Я говорил, как, что такое статус-кво. Прежде всего, это освобождение Эльвина Исаева. Каким способом? У нас много мнений об этом. Мы не будем опережать события, потому что так складывается. Чем больше мы с вами общаемся, гурманы, выходит, что они это знают, и я уже, вот мы сколько работаем, неделю, по крайней мере, или более-менее того, все-таки я ощущаю, что они работают, чтобы нам препятствовать. Я не говорю, что это высокая рука. Это естественно. Вот. Они препятствуют. Хорошо, мы согласны. В условиях демократии перемогает, побеждает сильнейший умом, а не возможностями те, которые, скажем, имеют Министерство внутренних дел или Служба безопасности Украины. Я, кстати, на это обращаю особое внимание, потому что, зная вот то, что рассказывает Олен, то, что рассказывают не азербайджанцы, этот опыт очень пригодится для Азербайджана именно в сфере защиты прав человека, прав журналиста, да, прав на свободу слова, прав на свободу мнения, совести. Это очень для нас самих тоже очень полезна эта практика. Да. И я считаю, что в этом есть историческая миссия Украины как явление.
Потому что если говорят, что в Украине постоянно неспокойно, постоянно революции, то революция на граните, то оранжевая революция, на которую привела к власти Виктора Ющенко, президента, то революция гидности, достоинства, которая поменяла власть, пришел Порошенко. Конечно, тут вышла история какая. Мы все ж хотели как лучше, а вышло, я тут процитирую одного московского деятеля, а вышло как всегда. Но это опыт. Тогда мы учитываем то, что было в предыдущий раз, чтобы не повторилось в очередной раз, скажем, в четвертый раз в Украине. И я думаю, мы идем, мы все делаем правильно. В Украине все делается правильно. И когда говорят, кто-то нас упрекает с выбором, например, украинский народ Зеленского, что не той выбор сделал. Украинский народ не такой простой. Он очень мудрый. Если сегодня Зеленский, то пусть сегодня ему выпала миссия сломать вот ту систему, которую Украина унаследовала еще с Советского Союза. Дмитрий, я думаю, у Зеленского появилась очень хорошая возможность, используя вот этот случай, освободить этого Авакяна, вонять всех этих подонков. Это преступник. Я бы считал, например, что Зеленский уже бы выполнил свою миссию как президент Украины в этом году, если бы до конца этого Нового года он сказал так. Если Эльвин Исаев, как объявлено в Азербайджане, нежелательное лицо, персона для Азербайджана, хорошо, для Украины оно желательное. Да. Давайте его, давайте так, не будем расставлять там назад эту партию шахматную. Мы не требуем признавать там, мы на демократы от Зеленского, я рекомендую Зеленскому от Азербайджана. Мы сейчас ставим прежде всего вопрос ребром освобождения Эльвина Исаева. И поэтому комитет международный называется за освобождение Эльвина Исаева. Каким способом? Это другой вопрос. Я хотел бы, чтобы этот вопрос был прежде всего прозрачным, чтобы весь мир смотрел и знал, что смотрите, какие украинцы и азербайджанцы, как они правильно делают. Как они освобождают человека? Как они добиваются восстановления нарушенных прав? И мне кажется, вот тут возможность всем, кто хочет сегодня утвердиться во власти, как в Украине, демократической стране, должны избирать шаг. Не тот, что, знаете, вот давайте всех накажем, то такое допустилось, да, это мы все разберемся. Но без вмешательства извне. Наши проблемы в нашей украинской семье мы сами быстрее решим без помощи соседей. Дмитрий, потому что что такое соседи, мы прекрасно знаем. Дмитрий, у нас есть один опыт. Я хотел бы говорить вам об этом. Вот в свое время у нас в тюрьме был один из политзаключенных, Аликрам Гумматов. Его с помощью мирового сообщества, международных организаций, его освободили из тюрьмы и передали в третьей стороне, Европу. Да. По-моему, Голландии или кто государство. Да, я эту историю помню. Она у меня так фиксируется, как голландский Азербайджан. Во-во. История голландского Азербайджана. Мы теперь с Эльвином можем так поступить. Конечно. Много, да, привлечь к этому делу, привлечь больше международных организаций и международных сил, больше защитников прав человека по всему миру и давить на Украину и на Азербайджан, в данном случае именно Азербайджан, и освободить его, передать его Европу. Я так вижу, что вы уже член Международного комитета за освобождение. Да, да, да. Спасибо. Но самое интересное, можно я вам кое-что скажу? Вот то, что вы сейчас сказали, я вчера сказал на Международном комитете. Да? Да, вот к слову о слову. Вот те, кто нас смотрят, членов Международного комитета. Да все умные люди думают одинаково, как ты и я. Ну, конечно, вот поэтому вчера и последнюю неделю был вот этот, знаете, как бы я сказал бы, массовый призыв, ну не призыв, а вступление в Международный комитет. И я сказал почему. Потому что если член комитета из Чехии, значит
Пусть даже маленькая часть Чехии, граждан Чехии, будет знать об этом. Да. И это очень важно. А прежде всего, я себе думаю, что в Чехии демократия немножко большего уровня. Ну, так сложилось. Вацлав Гавел тоже правозащитник, традиции другие. То эти страны есть нашими и вашими природными союзниками. Что такое природными? Естественными союзниками. Да. Естественными союзниками в защите прав человека. Это очень правильно вы сказали. Конечно, спасибо. За, я считаю, что вы уже член комитета с такими. Спасибо. Мы с вами, так бы сказать, люди одного направления души. Да. Спасибо. Спасибо вам большое. У нас всего 5 минут. О, Гурбанбек, тогда я успею вам одно сказать замечание. Пожалуйста. Вы написали, я вот сейчас одену очки, по Номарчу. Да, так должно было быть. Но в данном случае у меня ПОНА, по Номарчу. Для чего я это называю? Потому что когда меня ищут, легче найти через ПОНА Марчук. А неправильно написали? Ну, имеется в виду титр. Вы пишите сюда, вот, вы здесь пишите, вот, вы пишите по скайпу. Буква четвертая. Напишите, буква. Пожалуйста. А, хорошо, по скайпу напишу. После П написано А? Не, после П идет О, после М идет А. П-О-М-А. А, Пономарчук. Да. Знаете почему? Потому что те, кто так? меня знает, о, вот это очень правильно, а. Быстро находят. Потому что правильное украинское, вы правильно по-украински написали, должно быть ПОНО. А у меня ПОНО. Да, Дмитрий, я захочу найти, я, если я, ну, я знаю, надо будет, я найду тебе. Но я имею, знаете, такую привычку всех поправлять. Окей, спасибо вам большое. Если любишь свою фамилию, значит любишь людей. Да, 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 да. Желаю вам успехов и здоровья. Спасибо вам. Большое, огромное вам спасибо. Хорошо, что мы сегодня связались. Потому что последнюю неделю были такие сложности. Я не могу, ну, я не хочу сейчас брать в руки этот аппарат, который нас... А, извиняюсь, Елена Харунта, она не ушла уже еще. На столе уже два компьютера, которые вышли из строя. А наш адвокат еще там? Сейчас я ее позову, она вышла в другую комнату. Я очень прошу, я очень... У меня один вопрос. Юридический вопрос будет. Сейчас, Гурбанбек, подождите, пожалуйста, я сбегаю. Олена, ей кличе Гурбанбек в эфире. Он же... Лена. Гурбанбек, работа Международного комитета идет круглосуточно. Я вам спасибо вам, говорю, спасибо вам. От имени нашего народа и от имени... Семьи Азельфридим, я благодарен вам. Спасибо вам. Сюда, да, все, все, у меня о, будет видишь, один юридический вопрос. Что мне все не показывает? Потому что маломуж когда встал, а у него не было штанов. А он генерал. Это момент мы помним, да. Генерал с галстуком без штанов. А цял бы. Этих служб мне еще. Юридический вопрос улаза. Он да бир. Müzakere edeyim kısacası 5 dakika. Problem değil, hiçbir problem değil. Bela kurban kişi, biz herhalde komiteti polnum periyot bırakmışız. İnşallah bizim komitet iş görecek ve bu komitet artık birçokları bizim komitete abraşat seyredebilirler. Ve bizden artık uzun kömek istediler. Biz dedik ki bizim komitetin birinci belediyede əsas elmin məsələsidir. Sonrasına da baxarıq. Sonrasına da yəni artıq cəmiyyət hamı kimin pravası uşumlayacaq sonlar artıq bizim komitetdə abraşatçı ediblər. Çox adamlar. Cəlil, mən bir şey istəyirəm deyəm. İndi elə rus dilində izah edərsən deyirəm xanıma. Bizim qanunlara görə mən istəyirəm görəm Ukraynada elə qanun belədir yoxsa yox. Cinayət işi qaldırılır cinayət hadisəsinin baş verdiyi yer üzrə. Mhm. Уголовное дело возбуждается по месту его осуществления, то есть по месту совершения преступления. Ну, совершение преступления, да, где осуществилось это уголовное дело, преступление где было. Елена Харуновна soruşur, Украина, mesela bir Ukrayna vatandaşı. Gelir 20-30 yıl gari İngiltere'de. Gel burada oturur. Ve buradan başlayır. По-русски это звучит так. Может ли
на Украине, может ли украинские правоохранительные органы заочно создавать уголовные дела, то есть возбудить уголовные дела? Нет. Елена Харам, у меня очень короткий вопрос, один юридический вопрос. Уголовное дело создается место его... У меня один вопрос. Я не знаю, как у вас, у нас уголовное дело возбуждается по совершению, еще по месту совершения этого преступления. Вот вопрос. Гражданин Украины приехал в Англию, живет здесь 15-20 лет и отсюда призывает вас, украинцев, совершить госпереворот, выступить против президента. Украинское государство имеет ли право возбуждать уголовное дело в отношении этого человека, который совершает преступление и свои действия в Англии? Уточнить я сейчас, потому что я немножечко не поняла вопрос. Может, я по-русски не владею русским языком совершенства, у меня нет практики разговора, но я повторю еще раз. Гражданин Украины, можно я просто процитирую вас вопрос, вы мне скажете, правильно я поняла его или нет? Вы хотите сказать, что гражданин Украины, который находится в Британии, так, призывает к определенным переворотам, да, переворотом в Украине, да. Будет ли он привлечен к уголовной ответственности? Будет ли он привлечен к уголовной ответственности в Украине? По украинским законам, то есть спрашивает закон, есть ли такой закон, есть ли такой уголовный? Место происшедшего совершения преступления Англия, Франция, скажем, другое государство. Место. Смотрите, я вам могу ответить так. У нас, во-первых, есть такие... Все зависит от того, как он будет призывать, это первый момент. То есть, если призывание идет человека по поводу того, что он... Его субъективное мнение по поводу того, что неправильно работает система, неправильно функции выполняет, да, правоохранительные органы, СБУ, критикует президента в открытую. Это его будет субъективное мнение, как бы уголовной ответственности к этому нету. Это его мнение, потому что никаким образом он не наносит вред, потому что он высказывает свое мнение. И у нас в Конституции Украины прописано, что каждый имеет право на свое волеизъявление, на свои высказывания, так? Другой момент, если это будет призывание, например, к определенным действиям, то есть это будет подкреплено массовым беспорядком. Вот я призываю к массовым беспорядкам, да? Я, как гражданин Украины, вот я, Курбан Мамедов, как гражданин Украины, призываю вас к массовым беспорядкам в Киеве. Вот, встаньте, убейте этих подонков, меняйте свое государство, призываю. Это вы призываете или вы так это образно говорите? Нет, я образно говорю, Я думаю, что многие спецслужбы смотрят. Да, ничего. Это казус, это юридический казус, это вопрос. Юридический казус. Если я поступлю именно так, в отношении меня, украинское государство имеет ли право возбуждать уголовное дело, которое я совершил в Англии, здесь, вот сижу я здесь, перед монитором в Лондоне, и призываю вас к свержению власти, к беспорядкам. Я же правда говорю, это ваша трактовка будет идти, это ваша... субъективное мнение, это ваши какие-то взгляды. Но если вы подкрепите это финансированием, то тогда будет уголовная ответственность. То есть вы как будете идти организатором. Да, это будет.
Вот я шлю вам денег, оружие туда-сюда. Вы мне ничего не шлете, не надо. Нет. Вы Дмитрию, может, шлете, мне вы не шлете. Слушайте, с вопросом в другом. Кто, какая страна, Украина или Англия, имеет право возбуждать уголовное дело в отношении меня? Украина. Не имеет. Если вы будете это финансировать, помимо того, что как призывать, но еще и финансировать, то это имеет право возбуждать уголовное дело Украина. Как вы знаете, Елена Ханом, есть некоторые преступления, которые подготовка уже считается совершенным преступлением. Подготовка. Ну, да? То, что не... У нас есть форма, как подготовка. Вот подготовкой занимаюсь я в иностранном государстве, здесь, в Англии. Я преступление совершаю именно здесь, в Англии. Украина вот имеет... Вы меня, пожалуйста, не берите по делу, потому что вы так утвердительно говорите, что я могу поверить, что вы что-то уже организовываете. Хорошо, об этом говорим попозже. А я помогаю. Окей, отдохните, спасибо вам большое. Поговорим попозже. Спасибо вам. Спасибо вам. Пока. Пока. Assalamu vatanlar, değerli dostlar. Ben hamınıza özür istəyirəm. Ben bu sualı niye verdim? İstəyirəm hamınız biləsiniz. Ve bize Skype'dan zəng eləyib. Ben Elvinəm kampanyasına qoşulmaq istəyən qardaşlar. Hamınıza özür istəyirəm burada. Xeyli adam zəng eləyibdi. Çoxsa özür istəyirəm ki, təcili vəkil çıxış etməli ilə bağlı mənə xəbər göndərdilər. Ben məcbur qaldım ki, o kampaniyanı dayandıraq və vəkillə eləcə də hüquq müdafiəçilərlə söhbətimizi davam etdirək. Bu sualı mən niyə verdim? İstəyirəm hamı bilsin, əsəm vətənlə. Bizim cinayət məcəlləsində vəkillər yaxşı bilirlər. Cinayətin qaldırılması ilə bağlı harada cinayət işi qaldırıla bilər? Dəqiq göstəricilər var, maddələr var. Azərbaycan vətəndaşı əgər xaricdə cinayət edirsə, Azərbaycan dövləti onun haqqında cinayət işini qaldıra bilməz. Qətiyyən, heç bir bax. Qəti. Cinayət işini qaldırmalıdır, cinayətin baş verdiyi yerdə, ölkədə. Mən deyək ki, bu Londonda bir cinayət edirəmsə, fərq eləməz. Burada mən London polisi çağırır, xəbərdarlıq edir, göstərir ki, bax, mən burada hansısa dövlətdə çevrişə çağırıram, nə bilim, pul göndərirəm, terrorist qrup yaradıram, deyirəm ki, terrori neyin, onda mənə tuturlar burada, London polisi. Azərbaycan polisi yox. Azərbaycan dövlətinin, əzizəm vətənlər, Elvin İsayev haqqında cinayət işini qaldırmaq hüququ yoxdur. Nəyə tutmaq, həbs eləməyə sağlamaq. Baxmayaraq ki, Elvin İsayev rəsmi olaraq Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni onun cibində Azərbaycan pasportu var. Necə ki, o Azərbaycan ərazisində cinayət törətməyibdir, onun haqqında Azərbaycan tərəfi heç nə bilməz. Bu baxımdan istədim, biləsiniz ki, Yəni, Elvin İsayev ilə bağlı baş verənlər hamısı başdan ayağa qanunsuzluqdur. İlham Əliyev sözün əsr mənasında özün küsur uşağı kimi aparır, lotu kimi, quldur kimi aparır və gec-tez də buna mütləq cavab vermək lazım gələcək. Hələlik isə mən sizdən ayrılıram, artıq gecdir. Bugün bazar günü istədim ki, tez qutaraq verişləri bir-iki saat da yekunlaşdıraq, siz də rahat dincələsiniz. Üzürlə səbəliyin, vaxtınızı aldım. Məni bağışlayın, dincəlin, inşallah ikinci gün görüşərik. Çox maraqlı söhbətlərimiz olacaqdır. Amma mən sizin hamımızdan çox xahiş edirəm ki, Elvin İsayev ilə bağlı xaricdə yaşayan xüsusilə Azərbaycanlılar, yaşadığınız ölkələrin prezidentlərinə, dövlət başçılarına, parlamentlərinə, deputatlarına, tanıdığınız əlaqəniz olan bütün hüquq müdafiəçilərinə mütləq yazın, 5-6 cümlə ilə xəbər verin. Məlumat verin ki, nə baş verib, Elvin İsayev kimdir, onun həbsi ilə bağlı, Azərbaycan tərəfi hansı beynəlxalq hüquq normalarını pozub və buradan bir daha mən xatırladırıram, bu mövzuda danışan hər bir adamdan, yazan hər bir jurnalistdən, bayaq Ukraynalı olan vəkil dostumuza da dediyim kimi, söhbət Elvin İsayevin deportasiyasından getmir və gedə bilməz. Əsən vətəli deportasiya... qanunda nəzərdə tutulan hüquq mexanizmlərindən bir adamın bir ölkədən başqa ölkə göndərilməsidir. Deportasiya mənası budur. Qanunda nəzərdə tutulan prosedura yolu ilə.
vətəndaşı yola salınmasıdır. Yəni, nə deməkdir bu prosedura? Bu, aşağı yuxarı bütün dövlətlərdə eyni qaydadadır. 100% olmasa da 99% üstə düşür. Vətəndaşı tuturlar ki, sən mənim ərazimdə qanunsuz yaşayırsan. Onu verirlər məhkəməyə. Ona müdafiə hüququ təmin olunur. Dil bilməyəndə ona tərcüməçi verilir. Tərcüməçinin vasitəsilə o vəkili ilə danışır. Müdafiə olunur. Yalnız müdafiə hüququ təmin olduqdan sonra, yalnız məhkəmənin qərarından sonra, qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarından sonra vətəndaşın özünə təklif edilir ki, sən, misal, Rusiyada 5 gündür, Avropada 28 gündür, 1 aydır, bəzən belə vaxt verirlər. Bəzən də o müddəti məhkəmə özü müəyyənləşdirir. Ki, biz sənə 10 gün, 15 gün, 1 ay vaxt veririk ki, bu ölkəni tərk elə. Harasdan ged, özün bilərsən. Burada isə əzəm vətənlər, Emin Seyevlə bağlı, heç bir deportasiyadan söhbət gedə bilməz. Bu, insan oğurluğudur, bir dövlətin başqa dövlətin ərazisində adam oğurluğudur. Və indiki bu hadisə həm Ukraynanı, həm Azərbaycanı, həm İlham Əliyevi, həm də Zelenskini çox böyük təhlükə atıran qoyub. Bu təhlükə o zaman dəqiq reallaşacaq ki, siz, mən, hamımız ələ verək, bu məsələni özünün qanun sonluğuna çatdıraq. Bir çox hallarda olduğu kimi Azərbaycanda belədir. Bir ki, başlayırıq, yarı-yarı qoyduq, getdi və salam, yaddan çıxarırıq. Əgər qələbə əldə eləmək istəyirsənsə, dostlar, nəticəni tam əldə eləyənə qədər döyüşməlisən, vuruşmalısan. Sanki bu gün, birinci gündə başlayıbsan kimi, ta axırınız günə qədər o formada döyüşməlisən. Gecə gündüz işləmək lazımdır. Ona görə də mən sinamızdan xarş edirəm də, köməkdir bu məsələdə. Özə yaxşı baxın, gecəniz xeyrə qalsın, Allah manında istirahətlər və yenə də musiqi. Paylaşma və bəyənmə yaddan çıxmasın. Namərdi dost tutdu bu tayfa bazlar. Günahı yazdılar mərd ayağına. Qoyunu yedilər, qoçu tutdular, quzunu verdilər qurd ayağına. Tayfa baz dağıtdı, çapdı, taladı, neftimdən özünə ocaq qaladı. Əyəri, əskiyi xalqa caladı, yığdı borcu xərci yurd ayağına. Gedir tuta-tuta hələ divarı, talanıb ölkəmin dövləti, varı, ləzgini, talışı, türkü, avarı, tulladı yezidi kürd ayağına. Üzü qarə etdi əməlimizlə, tutduq yana-yana köz əlimizlə, dövləti vermişik öz əlimizlə, özümüz qalmışıq dərd ayağına. Tayfası xalqımı çəkdikcə dağı, deməkdən əritdi mürəkdə yağı, səpik çalanların iki ayağı, bənzəyir tulanın dörd ayağına. Neylərsən, səbrimiz sev olub axsa, naləmiz bağrını yandırıb yaxsa, özün istəyfa ver, çıxıb get, yoxsa düşərsən. Aralardayam Nə yerdə, nə göydə Özgə diyardayam Bu gecə bilmirəm Aralardayam Nə yerdə, nə göydə Özgə diyardayam Arzularda, rüyalarda Yuxulardayam Hamıdan kənarda Özümlə tənhayam Çalır
Şirin Layla sesi gelir Körpe uşak der Gözlerim sevinir Uzaktan şirin Layla sesi gelir Körpe uşak der Gözlerim sevinir Bura sevgi vatanı Bura cennettir Bu anamın kucağı Bu onun laylasıdır Çalır hazin tav Ağlayır körek keman Kalbimin tellerini Titretir yaman Çalır hazin tav Ağlayır körek keman Kalbimin tellerini Titretir yaman Sanki benim için Anam gözün yoldadır Garip balanı vətənə qaytar Cənnət sənin ayaqların altındadır Cənnət məkan Azərbaycana qaytar Bəyənmə yaddan çıxmasın dostlar, bəyənmə yaddan çıxmasın və paylaşın. Getdik. Gecəniz xeyrə qalsın. Ölkədə. Gözəl kadrlarla da mən sizdən ayrılıram. Hər kəsin bir şey söyləmək hüququ olmalıdır. Xalq hökumətdən qorxmamalıdır. Hökumət xalqdan qorxmalıdır. Azatlı, mən Elvinəm. Salam olsun, Azərbaycan dövlətinə. Bismillah.
Ирвина Азатлык.